город Караганда, Майкудук, улица открытая. И вот передо мной пожарная часть. Майкудук, лето. Вот эта улица Лихачева, но она здесь проходит под разными другими названиями. Вот здесь открытая маркируется 1А. А так она Лихачева, эта улица. Вот там Каланча. Пожарная. Майкудук летом. Вот трава тут повыдергивали. Небо голубое. Вот молния отвёт. И Каланча пожарная. А вот этот дом, он относится к улице Мусоргского. Вот этот дом. Хотя сама улица Лихачева. Тут сделали лебедей из шин автомобильных. Бесподъездный такой дом. Улица Модеста Мусоргского. Ну, это композитор такой. 13. Сама улица Мусоргского вот эта. Я пойду туда. Там гаражи. Ночью был дождь, и вот ну так, лужи и немножко так слякот, но оно уже подсыхает все. Вот иду вдоль забора. Ну вообще это 11-й квартал. Вот эти улицы. Впереди меня 18-й микрорайон за вот этой дорожной излучиной, ну, за поворотом этим. И вот я сегодня приехал, чтобы снять здание Фазанки номер 1, который сейчас горно-технический колледж. Вот там 11-й квартал. По просьбе нашего земляка, который позиционирует себя ником Антонио Брокден, ну, по его просьбе снял я. И в итоге вот шел-шел и через ДК, через это, через улицу открытой оказался вот здесь. Вот тут камыши растут. Я снова дойду до 18-го микрорайона, но уже с другого конца. И заберусь на ту обзорную точку. Лужи.
Вот впереди меня 18 микрорайон. Вот тут дорожная излучина, поворот. Там Лихачева улица. Камыши. Майкудук летом.